Привет, друзья! Вы на канале Лепка Хоррор Шоу. И с вами я, Хоррор Мейкер. Если ты еще не лепил с нами, то можешь начать прямо сегодня. Вперед! Вы, конечно, знаете, что Мисс Ти, после того, как поселилась в моем пластилиновом королевстве, стала почти другим человеком. Это уже не та злобная училка, известная вам по игре Scary Teacher, но и недобрая фея. Она помогает мне воспитывать юных монстров Тревора Хендерсона. И еще бесстрашно отправилась на поиски моего приятеля Джима. Но мне кажется, у нее внутри еще не угас вулкан зла, и нам надо быть очень внимательными. Что вы думаете об этом? Напишите в комменты, обсудим. А Джим, как вы помните, попал в очередную переделку. Он оказался в том самом самолете, который был захвачен гигантом по имени Breaking News. Кто и как может победить Breaking News? Останови просмотр ролика и напиши свою версию. Лучшим авторам я передам спецпривет в следующих роликах. Но теперь я просто в шоке. Я не знаю... Ой, а вот и Мисти. Здравствуйте, Мисти. Я как раз хотел звонить вам, чтобы сообщить, что Джим находится в руках гигантского монстра. Я уже все знаю, и я как раз звоню вам по этому поводу. Вам нужно срочно слепить монстра по имени Birdwatcher, наблюдающий за птицами, и тогда есть вероятность, что мы спасем Джима. Как может слепленная мной фигурка спасти Джима? Очень просто. Мне рассказали, что Birdwatcher и Breaking News – это два враждующих монстра. Birdwatcher на самом деле наблюдает не просто за птицами, а за стальными птицами, за самолетами. Он может часами стоять и смотреть на самолеты, пролетающие мимо него. И он готов уничтожить каждого, кто посмеет позариться на его любимых стальных птиц. И что может сделать пластилиновый монстр против настоящего? Вы верите в силу мысли? Я? Ну, в общем-то... Ну вот, вам нужно все время, пока вы будете лепить наблюдающего за птицами, представлять, как он вступит в схватку с Breaking News, заберет у него самолет и поставит его на землю. А потом он подпрыгнет и двумя своими мощными ногами нанесет удар по срочным новостям. И тот упадет. А Birdwatcher запрыгнет на него и будет прыгать на нем от гадости. Вам все понятно? Я даже не знаю. А что если... Вот и молодец. Лепите скорее, лепите. Я жду от вас хороших новостей. И ни о чем больше не думайте. Только о том, что я сказала. Ну, Мисти, ну дает. Она сама как монстр. Хорошо, что не такая большая. Итак, друзья, вы извините, но я сейчас постараюсь сделать все, как сказала Мисти, поэтому сосредоточусь на лепке.
на связь вышел борт HM-13, выполнявший рейс Гвадалахара, Коста-Рика и исчезнувший в небе над Аустенбергом 2 дня назад. Самолет был найден в поле недалеко от пригорода Аустенберга. Все пассажиры и экипаж самолета живы. Сейчас на месте происшествия работает наша съемочная группа, а также 3 бригады скорой помощи и группа спасателей МЧС. Мы будем держать вас в курсе событий и расскажем подробности в следующем выпуске, который выйдет в эфир уже через 2 часа. Не может быть! Теперь вы верите, что мысль – это не просто что-то эфемерное, а это реальный инструмент, с помощью которого мы можем достигать желаемого, если, конечно, наши желания не нарушают законов Вселенной. Мисти, ну вы просто, я не знаю, я начинаю вас бояться. Нет, мой дорогой, это вы монстр. Монстр правильного мышления, я вас поздравляю. Я еду в Аустенберг за вашим другом Джимом, и скоро, надеюсь, мы увидимся. До встречи. До встречи, мисти. Ребята, вы это видели? Вы это слышали? Да, а ведь это работает. И почему я, когда стал взрослым, перестал верить в силу мысли? Ведь в детстве я очень часто получал то, о чем мечтал. Если вы все поставите лайк, подпишетесь и нажмете на колокольчик, то эта совместная сила поможет нашему каналу вырасти, окрепнуть и не бояться никаких breaking news. А если чего-то очень захотеть, то это может произойти. А вы, друзья, верите, что ваши мысли имеют реальную силу? Были у вас лично такие примеры? Напишите мне в комментах. Ну и, конечно, нужно свои мысли подкреплять реальными действиями. Передаю хоррор-мейкеровские приветы. Привет моим подписчикам из Инстаграма. Привет Илье Ляуферу, который угадал слово «лепка» в моем конкурсе. Привет Ване Выграненко. Привет Андрею Патчерову, известному также как Докплей. Привет Белле Лепшоковой. Привет Артуру из города Космодемьянск. Артуру всего 6 лет, а посмотрите, как здорово он слепил поезд-людоед. Привет Саше, которому 10 лет, и он слепил вот такой вот объект SCP. Привет Егору Колубову, который лепит вот такие чудесные фигурки Лего. Привет Баттер 967 из города Бишкека. И привет гость 666, который обещал меня убить, если я не передам привет в следующем видео. Гость, передаю тебе много-много приветов. Пожалуйста, не убивай меня, я хороший. У меня на сегодня все. С вами был монстр мыслей и действия Хоррор-мейкер! До встречи! Будьте здоровы и мойте руки! Пока-пока!